прошло несколько тысячелетий напряженных трудов и работы, как раздался сигнал о тревоге. Старший жрец всех созвал на совет. И жрецы ровно в полдень явились. Трое — тело оставив земное, двое — выйдя из мира видений о грядущих нелегких веках. Жрец, хранитель Востока, взял слово. «Я предвижу тревожное время. Ощущаю я след иной расы. Змеи-люди, чужие создания, пребывают незримо среди нас. Затаившись, они изучают мир растений, людей и животных, проводя свои опыты с ними по созданию других жизнеформ. Нарушают своим появлением они планы Совета и Братства, очевидно готовя вторжение на планету для целей иных». Старший жрец всех обвел чутким взглядом. «Наступает тяжелое время. К нам пришла из созвездия дракона неземная, опасная раса. Раса древних существ-паразитов, рептилоидов, тварей, умом наделенных по воле случайной. Они ищут живые планеты, выводя на них расу рептилий. Убивают все прочие формы, изменяют планетную жизнь. А потом миллион лет выводят вид, способный вместить их сознание. И захват, завершив всей планеты, ищут новую жертву средь звезд. Если ж есть на планете готовый вид, способный вместить их сознание, то не тратят они свое время на создание новых существ. Заменяют они просто гены в теле нужной им жизненной формы. И вселяясь затем в оболочку, заменяют сознание своим. Им враждебны все формы сознания, кроме собственной. Столь агрессивны эти твари-захватчики звезд, что расторгли мы все отношения и ведем с ними давнюю битву. И следы той трагической битвы сохранила планета Земля. Миллионы лет прежде здесь были эмиссары со звезд Ориона, создавая животные формы и богатый растительный мир. Только жизнь на Земле развернулась, как рептилии вдруг появились, заселяя и сушу, и море легионами хищных существ. Наступил мир сплошных динозавров, непригодный для прочих форм жизни. И ценою чудовищной жертвы прекратить власть рептилий пришлось. Был направлен к Земле астероид, уничтоживший мир динозавров. На обломках его был построен этот новый, знакомый нам мир. Нашим братством уже был получен мой сигнал о пришедшей угрозе. Решено было больше не медлить и рептилий с Земли удалить, отыскать все следы их деяний, устранить результаты воздействий на растимую юную расу и ускорить развитие людей. Земным логосом, нашим владыкой, с его прежней планеты Тимеи было призвано рать нефилимов, чтобы очистить наш мир от чужих и внедрить людям новые гены, сотворенные в разных созвездиях демиургами звездной системы специально для расы земной. Будьте бдительны и осторожны. Наблюдайте за планами тварей. Ничего более делать не надо.
Будем ждать, когда помощь придет. Комментарии к главе 6. Приход рептилоидов. Рептилоиды – древнейшая раса, считающая себя высшими сущностями. Они используют в основном царство Нижнего Астрала в качестве исходного пункта или точки входа в физическую реальность. Поскольку рептилоиды были созданы как астральные сущности, они нуждались в физическом теле, используя которое они могли бы выполнять свои задачи. Но для существования рептилоидов в физической реальности им необходимо было обрести тела, имеющие генетически подходящее строение. На ментальном уровне рептилоиды запрограммированы на покорение и поглощение всех рас и видов, с которыми они сталкиваются. Те, которые не могут быть поглощены ими, должны быть уничтожены. Цель их усилий состоит в получении наиболее совершенной формы физической реальности, которая могла бы существовать в любых условиях. Согласно данным мифов, ченнелинга и оккультных источников, между гуманоидной и рептилоидной расами неоднократно возникали войны за право обладания Землей. Первой осваивать нашу планету начала гуманоидная цивилизация Ориона более 500 миллионов лет назад. Впоследствии на Землю пришли представители рептилоидной расы, и долгое время на Земле царило господство рептилий. Приблизительно 65 миллионов лет назад на планете произошла глобальная катастрофа, уничтожившая 1/6 часть всех видов жизни, в том числе и почти всех динозавров. Она была вызвана падением огромного астероида в районе современного полуострова Юкатан в Мексике. От удара при столкновении астероида с Землей образовалась воронка глубиной около 30 километров. Миллионы тонн земной породы были подняты взрывом в верхние слои атмосферы. Сила удара была настолько мощной, что привела к дестабилизации земной коры. Результатом столкновения стали небывалые по силе землетрясения и цунами высотой от 1,5 до 10 километров. Выброшенная в верхние слои атмосферы порода под действием гравитации начала возвращаться обратно на Землю. В результате сгорания плотных частиц температура в нижних слоях атмосферы поднялась настолько, что большая часть еще оставшихся в живых существ погибла. Микроскопическая пыль в верхних слоях атмосферы уменьшила попадание солнечного света на земную поверхность, что привело к наступлению ледникового периода.